dabei, weil ich finde es einfach ein ganz tolles Produkt. Мы сейчас немного поговорим про красоту, про beauty, потому что этот продукт, да, его своим ребенком, я всегда его ношу с собой, свои демо-сумки, и давайте мы немного о нем поговорим подробнее. Warum ich so toll finde, erkläre ich gleich mal später. Почему он мне так нравится, я вам расскажу немного позднее. Aber gleich nochmal zurück, wie wir auf die Idee gekommen sind. Но давайте немного еще поговорим про идею, как у нас возникла вот эта идея этого продукта. Ich habe mich daran erinnert, dass ich als kleiner Junge, so mit 8 Jahren, hat meine Mama so Kapseln genommen. Damals gab es noch keine Nahrungsergänzung. И я помнил еще с раннего детства, как моя мама употребляла маленькие капсулы постоянно. Тогда еще не было никакого дополнительного питания. Dann habe ich sie ganz aufgeregt gefragt, Mama, bist du krank, weil du Tabletten holst? Я эту маму спросил, Мама, ты болеешь, что ты, зачем ты пьешь таблетки? Sie hat gesagt, nee, das ist für meine Haut, für meine Nägel, für meine Haare. На что она мне отвечает, нет, со мной все в порядке, я не болею, я употребляю эти капсулы для своих ногтей, для волос, для своей кожи. Wenn man 1965 so schon gedacht hat, habe ich gedacht, dann brauchen wir 2019, wo wir das Produkt ja gebracht haben, auch sowas, aber natürlich mit Cutting Edge Technology. И, конечно же, я тогда подумал себе, если в 65-м году тогда уже женщины задумывались о красоте, и только в 65-м, но и, соответственно, намного ранее, то, конечно же, в 2019 году, когда нам больше возможностей, и мы можем использовать хай-тех и технологии для производства такого продукта, почему нет? Also einfach schön trinken, Unterstützung der Kosmetik von außen durch ein Getränk von innen. И это очень вкусно, когда вы пьете натурально, и оно помогает нашей косметике изнутри. А косметика работает снаружи, а это такой красота изнутри. Nächste Folie. Und natürlich, das ganze Produkt besteht aus dem NTC. Also wir haben eine optimierte Bioverfügbarkeit, Synergiegruppen gebildet. Also das ganze Produkt ist es eigentlich NTC. И этот весь продукт – это сплошной NTC, потому что мы создали синергетичные группы, которые помогают и улучшают, собственно, разные аспекты, которые влияют на нашу красоту. Мы имеем специальные субстанции, zusammen mit Vitaminen, Mineralien kombiniert. И мы специальные субстанции скомбинировали совместно с витаминами и минералами. Für die Schönheit und die Festigkeit von Haut, Haaren und Nägeln. Для красоты и упругости волос, ногтей и, конечно же, кожи. Und natürlich auch für eine strahlenschöne, sanfte Haut. И, конечно же, для красивой, яркой, такой насыщенной, богатой кожи. Und dann, das war damals, was den Herrn Sorg völlig verblüfft hatte, der erst ganz skeptisch war mit dem Produkt, erzähle ich euch gleich nochmal, lecker, fruchtig und trotzdem zuckerfrei. И это еще то, что тогда, когда мы тестировали продукт, это немного... Рольфа Зорга восхитило, потому что он изначально был немного скептично настроен к этому продукту, об этом я еще расскажу. Этот продукт вкусный, он натуральный и, самое главное, он фруктовый, без сахара. Nächster Slide. Ich hatte damals schon erklärt, dass wir was haben, wirklich für die Haut und für kräftige Nägel. Я уже тогда говорил, что у нас есть что-то для сильных ногтей и хорошей кожи. Wir haben hier, wie ihr seht, keine Synergiegruppe gezeigt, bei alle Substanzen wirken synergistisch zusammen. И как вы здесь видите, мы вам не показываем никакой синергичной группы, потому что весь продукт – это одна сплошная синергичная группа, которая усиливает друг друга. Wir haben ganz hochwertige, gut bioverfügbare Kollagene-Peptide.
Мы используем очень высококачественные пептиды коллагена здесь, которые помогают эластичности кожи. Die Falten reduzieren. Они снижают вот наши морщины. Die Kollagenkonzentration im Körper erhöhen, was für alle Sachen, weil Kollagen ist fürs Bindegewebe wichtig, den gesamten Körper unterstützt. И для и увеличивает количество коллагена, соответственно, в организме, который в свою очередь улучшает общее состояние организма, потому что коллаген очень важен для нашего организма, особенно он важен для соединительных тканей. Und speziell ist auch Kollagen ganz wichtig fürs Nagelwachstum und für die Brüchigkeit von Nägeln. И специально коллаген очень сильно влияет на рост ногтей и на кровоснабжение ногтей. Und das war schon nach kurzer Zeit. Ich war natürlich Fokusgruppe. Ich bin immer Fokusgruppe, wenn es geht. И, конечно же, я входил в фокусную группу. По своей специальности я всегда в нее вхожу. Aber bevor wir euch was geben, testen wir natürlich erstmal uns selber. Потому что перед тем, чем мы что-либо выпускаем и даем вам, мы сначала тестируем это на себе. Ich habe seit über 45 Jahren durch so eine chronische Hauterkrankung immer eingerissene Nägel, die ganz lang einreißen. Das ist sehr schmerzhaft. И у меня из-за одной такой специальной болезни, у меня всегда мои ногти за усинец, они всегда трескались. И это очень-очень больно бывало. Und schon nach zwei Wochen habe ich gesehen, meine Nägel sind anders. И уже буквально через две недели я увидел, что мои ногти, они совершенно другие. Und nach vier Wochen hat meine Frau gemeint, ich soll sie mir doch mal wieder schneiden. Aber ich habe sie so dran wachsen lassen, weil das war ein neues Gefühl. Sie sind nicht gebrochen, keine Schmerzen. И буквально через 4 недели моя супруга мне заставила их постричь, потому что это совершенно новое было ощущение для меня. Они у меня всегда они были крепкие, большие, и они не трескались, не ломались. Seitdem ich Studie habe, keine gebrochenen Nägel mehr. И с того момента, когда я начал пользоваться бьюти, у меня ногти вообще не ломаются. Das war für mich wirklich phänomenal. И для меня это было феноменально. Und diese Begeisterung habe ich mit Herrn Sorg geteilt. Sagt, Mensch, du warst noch nie so begeistert, jetzt muss ich es auch mal probieren. И это восхищение, этим восхищением я поделился с Ольфом Зоргом, и он посмотрел на меня и говорит, ты никогда не был еще такой восхищенный, я должен тоже попробовать этот продукт. Wir hatten damals für den Weltkongress eine Menge X geplant an Produkten. Die waren fürs nächste halbe Jahr gedacht. И тогда мы презентовали этот продукт на мировом конгрессе, и, соответственно, как при любой презентации, мы запланировали количество продуктов, которые мы продадим, и это количество, собственно, запланировано на следующие 6 месяцев, на полгода. Weil die waren natürlich, man wusste nicht, wird das Produkt erfolgreich? Ich habe da fest dran geglaubt. Потому что никто не знал, насколько будет успешен этот продукт, но я был уверен, я знал, что этот продукт будет очень успешным. Wir haben da ja gleich, ich erkläre es euch gleich, noch spezielle Substanzen drin, die aus Natur kommen, wo man eine längere Produktionszeit von bis zu knapp 8 Wochen und dann noch Lieferzeit, also fast 10 Wochen braucht, bis man neue Rohstoffe bekommt. И, конечно же, этот продукт, он не простой. У нас есть специальные ингредиенты и субстанции в этом продукте, о которых мы еще поговорим, для которых требуется производство около 8 недель и еще 2 недели, пока мы его получим, то есть поставки. То есть это в общей сложности занимает около 10 недель. Weil ich so begeistert war, habe ich wenigstens dafür gesorgt, dass wir noch schon Rohstoffe für nochmal die gleiche Menge zurückgelegt haben, direkt am Anfang. И так как я был уверен в этом продукте, я был восхищен этим продуктом, мы
произвели на 6 месяцев продукции, но запаслись сырьем еще на следующих 6 месяцев. Потому что я знал, что этот продукт будет успешным. Dann haben wir es am Weltmanagement-Kongress eingeführt. Тогда мы его презентовали на мировом конгрессе. Wir haben die ganze Menge, die wir geplant haben für 6 Monate, an einem Tag verkauft und noch 10% mehr Vorbestellungen bekommen. И тогда мы в один день на конгрессе продали за один день все то, что мы запланировали на следующие 6 месяцев. Помимо этого, еще дополнительно 10% от этого количества было предзаказов, которые нужно было поставить. Wir mussten nachproduzieren und wirklich die nächsten Monate, das ist alles, was produziert wurde, war schon wieder verkauft durch Vorbestellung. Es hat wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis wir jetzt mal jeden, der was haben will, auch ausreichend beliefern können. Also es war sensationeller Erfolg, weil jeder sofort gespürt hat. И, конечно же, в следующие 6 месяцев у нас эти продукты расходились быстрее, чем мы их производили. И только после 6 месяцев мы смогли стабилизировать данную ситуацию и обеспечить каждого продуктом, потому что люди уже сразу в первые же месяца, в первые же недели получали свои результаты и были восхищены этим продуктом. Das ist natürlich auch der Grund, dass die Leute so viel gespürt haben. Wir haben die schnelle Resorption, wir haben diese synergistische Kombination und dazu gehören natürlich auch diese speziellen Pflanzenextrakte, die wir dort drin haben. И, конечно же, это одна из главных причин, почему люди так быстро получали свой результат. Это потому, что мы использовали там трансферные катализаторы, мы использовали там растительные экстракты, которые очень важны. Das sind Extrakte aus schwarzem Reis, aus der Blutorange, aus der Kiwi und aus der Pineapple, aus der Ananas. И это экстракты, которые содержатся в киви, в грейпфруте, в черном рисе и папайя. Und die verbessern auch, das natürlich in Zusammenarbeit mit den Mineralien, den Vitaminen und dem Kollagen, die Elastizität der Haut. И папайи. И они улучшают, помимо тех ингредиентов, которые у нас содержатся, они улучшают вот эластичность нашей кожи. Was ganz wichtig ist, die hydrieren die Haut, die sorgen dafür, dass die Haut nicht so austrocknet. Das wissen wir alle, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Hautalterung, diese Austrocknung, gerade wenn es so warm ist. И они как раз обеспечивают такую, они обеспечивают такой гидравлической системой, можно так сказать, нашу кожу. И они во время старения кожи, они не дают ей быть такой сухой, особенно сейчас вот в такую жаркую пору года. Und dieser Extrakt unterstützt auch noch die körpereigene Kollagenproduktion. Also wir führen nicht nur Kollagen zu. Wir sorgen auch dafür, dass der Körper mehr produziert. И этот экстракт еще дополнительно поддерживает выработку коллагена нашим собственным организмом. То есть мы не только обеспечиваем пептидами коллагена наш организм, но и благодаря этим растительным экстрактам и трансферным катализаторам помогаем улучшать выработку нашего собственного коллагена в организме. Wie wir alle wissen, ist es ja ganz wichtig, dass die Nährstoffe wirklich dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Dazu braucht man die Verbesserung der Mikrozirkulation. И как мы знаем, питательные вещества очень важно, чтобы они поступили туда, где они нам нужны. Для этого нужно усилить циркулирование крови в организме. Und dieser Extrakt verbessert massiv die Mikrozirkulation der Haut. Somit schließt sich da so ein richtiger Kreis für die Schönheit, für die Glanz, für die Kräftigung der Nägel. И, соответственно, этот экстракт, он увеличивает вот это циркулирование, микроциркулирование нашей кожи и закрывается вот полностью вот этот шар, который влияет на нашу кожу, который влияет на наши ногти и усиливает, естественно же, рост волос и дает такой результат.
Es gibt ja eigentlich nur eine Frage, wie muss ich denn das eigentlich holen? Weil dass man das braucht, glaube ich, das ist jetzt jedem klar. И сейчас остается только, я думаю, один вопрос, где и как мне его приобрести, потому что то, что это нужно каждому, я думаю, это уже понятно. Nächste Folie. Kannst du noch einen weitermachen? Habe ich schon erklärt? Ja. So, stopp, das war richtig. Gehen wir zurück. Mhm. Da, wo es ist, wo es, genau. Wichtig ist, man muss es nur einmal am Tag holen. Важно, что его нужно пить и употреблять один раз в день. Einen gut gehäuften Teelöffel. Хорошую такую, там, хорошую такую чайную свежком ложку, полную свежку. Einfach in Wasser mit kaltem Wasser auflösen und es schmeckt hervorragend und trinken. И его можно смешать с холодной водой или водой комнатной температуры, он очень вкусный, и выпить. Man kann das auch mit anderen Produkten kombinieren. Вы также можете его комбинировать с другими продуктами. Aber ganz ehrlich, ich wurde gefragt, ob man das auch in den Power-Cocktail mischen kann. Но откровенно вам говоря, меня спрашивали люди, или можно это смешивать в Power-Cocktail? Technisch ja, aber warum soll man diesen tollen Geschmack vom Power-Cocktail und den tollen Geschmack vom Beauty nicht zweimal genießen? Warum muss man das mischen? Es schmeckt viel besser, wenn man einmal den Power-Cocktail hat, im schönen Orangengeschmack, und irgendwann im Lauf des Tages das Beauty mit dem tollen, beerigen Geschmack trinken kann. Но, откровенно говоря, зачем два вкусных продукта смешивать в одном стакане, если можно насладиться апельсиновым вкусом Basics и Power коктейля по отдельности и в течение дня употребить Beauty, который имеет такой потрясающий вкусный вкус. Я бы этого не делал. Natürlich wurde auch gefragt, ob man das mehrfach am Tag nehmen kann. Также мне задавали вопросы, если это можно пить несколько раз в день. Wir waren danach auf der Präsidentsteam-Ehrung auf dem Schiff, damals ging das alles noch, und dann haben mich jemand aus China, aus Hongkong gefragt, Dr. Kühne, can I take it every hour? Also kann ich es jede Stunde nehmen? И была одна очень забавная ситуация. Мы были на награждении президентов после мирового конгресса. И ко мне подошла одна девушка, женщина с Гонконга, и спросила меня, могу ли я пить бьюти каждый час. Ich habe dann versucht zu bremsen. Einmal ist eigentlich völlig genug. Zweimal ist okay, mehr. Das nimmt der Körper nicht auf. Das tut dem Körper dann auch, weil es ja gar nicht aufnehmen kann, nicht gut. Also ein bis zweimal am Tag maximal. Aber einmal ist das, was wir empfehlen. Конечно же, мы рекомендуем, я попытался немного притормозить, мы рекомендуем одну ложку в день, его одну порцию в день, этого вполне достаточно. Можно выпить две, ну максимум, самый максимум три, но по большому счету нашему организму не требуется более чем одну порцию, это то, что мы рекомендуем. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Nächste Slide, bitte. Давайте сейчас поговорим с вами о одной еще очень интересной, важной теме.